Да, ребята, никогда бы не подумала, что буду снимать такое видео, но походу этот день настал. Меня заблокировал Roblox. И казалось бы, за что? В общем, сегодня в этом видео я хочу вам об этом рассказать и рассказать весь сюр данной ситуации. Не обращайте внимания на это видео, оно было записано пару дней назад, и я просто его наложила для того, чтобы был хоть какой-то фон. Ну давайте, ребят, перед началом этого видео, как только я вам все расскажу, за что меня забанили, не забудьте подписаться и поставить лайк. Давайте перейдем к рассказу. Хочешь задонатить робуксов, но не знаешь, где это сделать по самому выгодному курсу? Тогда тебе на пристань робуксов. Это сайт, где прямо сейчас ты можешь купить робуксы по лучшему курсу. 1 рубль равно 2 робукса. Но также очень важно запомнить, что у них изменилась ссылка на сайт, и теперь это robuxpeer.io. А также, кто не знал, в своем дискорд-канале они бесплатно раздают робуксы для всех. Все подробнее вы можете узнать, перейдя по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Покупай выгодно и безопасно. Ну что ж, ребят, дело было этим днем. Записываю, кстати, я это видео буквально за пару минут до моей блокировки. Дело началось еще, наверное, буквально 2 месяца назад, когда Roblox решил заблокировать мою аватарку в моей группе. И, наверное, на протяжении 2 месяцев моя группа пустовала без аватарки. И вот я сегодня решила, что все, пора уже наконец-таки поставить хоть какую-то аватарку в эту группу, чтобы она не казалась пустующей. В качестве примера показываю, какую аватарку я хотела поставить для своей группы. И казалось бы, вроде со стороны нормальная аватарка, что в ней может быть такого? Она у меня стоит также в телеграм-канале на Ави. Но нет, Roblox решил, что я выставляю сексуальный контент и выдал вот такую мне базу, что видите ли, якобы я заблокирована на 1 день, потому что пропагандирую какой-то сексуальный или как это говорится поведение, и теперь мне остается ждать целый день. Ладно, хоть день, не на месяц меня заблокировал. Если честно, я сталкиваюсь с такой ситуацией впервые, и мне немножко и смешно, и одновременно обидно, что такое произошло со мной. Но, ребят, вы не переживайте, не расстраивайтесь, и надеюсь, что завтра я уже снова смогу продолжить нормально снимать видео для вас. А вот сегодня такой был инсайт. Но вопрос насчет моей аватарки остается открытым. Что мне по итогу делать, как только я снова смогу вернуться в Roblox? Какую аватарку мне ставить? Или оставить же эту группу пустующей без аватарки? Если честно, я нахожусь в смятениях. И если, ребят, у вас есть достойный пример работ, к примеру, вашего арта с моим скином, то обязательно скидывайте в мой телеграм-канал. И потом мы с вами проведем в моем телеграм-канале голосование и поставим нормальную обложку. Если же, конечно же, она установится в Roblox. А то в последнее время какие-то небольшие глюки все время происходят относительно моей группы. Ну что ж, а на этом, ребят, наше видео подошло к концу. Большое всем спасибо за просмотр. До новых встреч!